пора мне научиться быть диджеем, научиться очень долго. Поэтому я решил попросить тебя, чтобы ты научил меня притворяться быть диджеем. Как делать всякие диджейские штучки, нам сегодня это объяснит Артем, популярный диджей из Екатеринбурга. По-настоящему уметь я не хочу. Я знаю, много всякой штуки учить, как бы нужно. Я хочу просто похоже двигать всякие штучки, прижимая наушники к одному уху, как будто бы я делаю. А ну, на самом деле просто флеху втыкать с сетом 30-минутным, и все. Все, больше я ничего не хочу. Можешь мне объяснить просто, какие штуки двигать, чтобы, грубо говоря, похоже было все? Да, ты нажимаешь play. Сначала, короче, такой, а уже я в наушниках. Да, типа. Ты уже в наушниках. Поехали. Все, слушаешь, что в наушниках, и выводишь этот фейдер наверх. Это, короче, значит, только... Play, фейдер, да, все. Все, все танцуют. Все танцуют? Да. Я вот так вот даже делаю. Ты запускаешь как бы второй трек. Второй трек. Да. Крутишь второй фейдер. Второй фейдер. Да, и крутишь. Фейдер называется? Фейдер, да. Если я кому-то там в баре такой, я вывожу второй фейдер. Ну, слава губами, похоже, делал. Да. Фейдер пошел. Да. И частотами регулируешь разные, ну, балансы вот эти вот. А смотри, вот эти вот, да, которые напротив фейдера находятся, да? Да. Нифига, уже соображаю потихоньку. Слушай, может, ты не диджей? Не-не-не, долго. Смотри, а как где двигать фейдер? Давай конкретно детали. Как две крутые диджеи делают? Вот так вот? С педантизмом или вот так вот, как бы на расслабоне. То есть, я думаю, что по-разному. По-разному, то есть да, не особо обращаю. Ну подожди, мне нравится так вот. Да. Короче, то есть сначала включаем трек, фейдер. Лучше не запоминать название. Вот эту штучку сначала, круглую штучку. Да. Блинчик, я буду это блинчик называть. Потом заборчик. Заборчик. И тюбик. Ну, блинчик, заборчик, тюбик. И потом с какое-то время просто скачешь, да? Да, потом второй блинчик, заборчик, тюбик. Нифига ты запомнил. Смотри, ты меня учишь притворяться быть диджеем, а я тебя учу этим, как это называется, тот, кто дилетантом учу. Блинчик, заборчик, тюбик, уе! Ты, Коля, а вот это что за штука? Стоит ее почикать? Нет. Ее не надо трогать, да. Все выключится иначе. И я буду нелепо выглядеть, да? Флешка уже не поможет никогда. Бит в стиле грибов такой, знаешь, и песню Аллы Пугачёвой. Например, да. Прикольно. У меня альбом, по-моему, уже наклевывается. Да. Окей. Значит, мы у нас срубили, потихонечку все идет. Что делаем дальше, чтобы не стоять? Потому что если бы вот так вот стоять, мы подумаем сразу, да блин, он USB-шный. Ну, ты можешь добавлять эффекты. Как еще раз это называется? Эффекты. Мы назовем это, подожди, давай назовем это, они как тюбики, только тоненькие. Колпачки. Колпачки. Угу. Поехали, колпачки включили, немножечко, не сильно, чтобы, ну, не спалиться. Да. Делаю вид, что мы делаем скретч. Ага, Будто бы мы скретч делаем, но на самом деле ничего не происходит. А если там он отреагирует? Ну, мы как бы используем там, где тюбик у нас вниз, точнее, заборчик у нас вниз опущен. А, то есть главное, чтобы заборчик был опущенный. Да, и мы тут делаем скретч, как бы. Опустил заборчик, поскретчил на том, как называется, на том треке, на котором опустил. На Алле Пугачёвой, например. На Алле Пугачёвой, да, кто одинаково все поет примерно. Поскретчил. Так делает, кстати, смеш в клипах. У него тоже не подключены здесь проводочки, ну. Ага, вот. Прикольно. Слушай, так может быть в этом залог популярности? Может быть. У него дела идут все еще неплохо, да. По-моему. Просто скретч вперед делаешь или такой раз-раз-раз вперед? Раз-раз-раз вперед. Просто раз-раз вперед и вот так вот. Да. Что еще можно? Какие штучки, дрючки можно трогать, чтобы выглядеть крутым диджеем? Когда люди делают вот так, они берут за два колпачка, делают вид, что крутят что-то, и как бы типа танцуют, и вот так вот красиво руками делают, но по факту ничего не делают, но это как бы вот, они трогают ручки, то есть вот, как бы, можно трогать ручки все, которые ты хочешь, но главное ничего не крутить. Просто. Будем, знаешь, как называть это? Первая брачная ночь. Имитация. Имитация. Взял за соски. Ну, это упражнение будем брать так. Взял за соски. Понижал такой, и вот так вот руками можно поделать. И вот так можно еще делать, под бит. Как будто ты вывернул в нужный момент. Да, как будто ты вывернул и пошел. А там, на самом деле, просто он так там идет. Да, и ты как будто ты дроп сделал. Да. И пошел руками. Блин, а там стоит такая девчонка уже мокрая, а он сегодня получит диджейский кекс, да? Как называют это диджей, когда ты за то, что ты клево, ну, стильно себя ведешь, за то, что вот именно за это получаешь секс с девушкой? Как, может, есть профессиональное название? Нет. Просто... Давай придумаем сейчас.
И Джиски Кекс, это отличное название. Нормально? Да. То есть, это, хорошо, то есть, ты как определяешь? Бывает такое, что ты стоишь, вот, от нее я получу сегодня диджейский кекс. Ну, у меня жена, у меня... До того, как жена. А, да, вот, до жена, ну, примерно, да. Примерно, так, так и было? Да. Такой, чувствуешь, кто-то на меня там смотрит, такой, делаешь искусственный, такой, ненастоящий дроп, опаньки, приходит оттуда ко мне да. диджейский кекс. Вот так вот идет. Это очень круто. Мне кажется, тебя диджейским кексом просто завалят. Типа двигаешь тот, который отключен. Да. Такой раз, отключил вот здесь. Вот здесь отключаешь? Да. Блинчик отключил. Да. И делаешь. Забор такой. Раз, раз. И скретч. Да. Точно. Диджейский пирог. По-диджейски называется питч. Питч назовем это трамплин. Он на трамплин похож, да. Такое ощущение, что ты аутиста, выучишь какого-то. Что с ним делать, чтобы не спалиться? Тут есть кнопочка, называется мастер темпа. Ага. Ты ее нажимаешь и чуть-чуть можешь потрамплинить. Потрамплинить? Смотри, можно вот так вот потрамплинить. Да, ты можешь сделать так. Ну, не будем называть клитор, хотя все об этом подумали. Мастер темпа, чтобы не спалили. И потом такой, о, да-да-да, вот. А вот так вот именно, окей, и скретчик еще. Перемотка и переключение. Их не трогать лучше. Их лучше не трогать. Крайне нелепо будет, да? Вообще крайне нелепо. Такой, весь такой в процессе, и раз, другой трек начинается. Да, да. И сложно отыграть, как будто что ты этого и хотел. Такой, да, я так и планировал. Также здесь можно просто вот эту часть оставить. Да, и часть тюбиков зацепить. А, и тюбики. Без тюбиков никуда, ребята. Хочешь выебываться, притворяться диджеем, тюбики используй, заборчики, клитор. То есть, давай подведем небольшой итог. То есть, в течение музыки я стою, сначала нажал это, делаем вот так вот, забор. Тюбик, оп, немножечко трамплин. Скретч, покрутил немножечко, тумблер, если нужно, если не нужно, можно вообще просто не запариваться. Вот так вот, да? Насколько я сейчас выглядел профессионально? Очень круто, очень круто. Типа, как по уровню? Тиесто? Ну и сколько в тиестах? В тиестах, я думаю, 9,5 из 10. Ну, довольно неплохо. Я ведь только 10 минут учусь этому. А вот знаешь, иногда такой звук такой, вот так делаешь, типа, и такой, это для тебя специально. Да. Диджейский пирочек, ты с тебя диджейский. Это да. Например, показывают часто на какого-то человека, что это значит? Ну, типа, я тебя заметил, что ты танцуешь. Типа, я вижу тебя, да. А диджей обычно действительно видит? Или говорят, что диджей часто обдолбанный и на самом деле нет, они просто в темноту тыкают? Я думаю, что много кто не видит, да, на самом деле. Ну просто чтобы контакт такой поддерживать, да? Такое легкое лицемерие. А какие еще движения свойственны делать диджею, чтобы выглядеть как профессионал? Ну или хотя бы просто как будто ты умеешь и всем этим пользоваться? Ну есть такой поза бог называется, вот она такая, то есть руки как бы в стороны, и вот ты пошел, да. Вот. А, типа ты такой, вот вам, дэнс, это вам все от меня. Аудиокнижечку слушаешь, заборчики двигаешь, тюбики потихонечку, маленечко, переключал, нормально. Когда ты хочешь, например, девчонку какую-нибудь выцепить из зала к себе на сцену, то что перед этим нужно сделать, чтобы было похоже? Такой, сейчас, вот настроил, все, у меня есть немножечко, давай, иди сюда, пока есть время. Ну, вот просто примерно так это и происходит. Джек! Забор. Тюбик. Забор. Тюбик. Переключили. Я сейчас с Эпплами разговариваю. Да. Только что сел, наш оператор предложил устроить небольшой пиздобольский батл, диджейский. Версус, да. И мы попробуем это сделать. Давай, ты начинай. Поехали, посмотрим на что. Я делаю скретч. Окей, посмотрим. Забор, тюбик. Блинчик, эджект. Окей, неплохо. Скретч. Ты победил. Он победил. Раунд. Сначала нажал это. Делаем вот так вот. Забор. Тюбик. Оп, немножечко трамплин. Скретч.